Чувство гордости за свою республику, за свой народ, за такие таланты, которые у нас здесь растут. Зиля Миргалиева родом из Татарстана. 15 лет назад она переехала в Канаду. По родному краю ностальгирует. При первой возможности приезжает в Казань. В этот раз удачно вдвойне. Попала на Сенной базар. В Канаде у нас, да, тоже бывают различного рода фестивали, ярмарки, но до такой степени, чтобы вот наш колорит представить, я такого еще не видела. Из года в год Сенной базар разный. В 2013 году первый фестиваль напоминал уличную акцию с несколькими торговыми точками и пару дизайнерами. Сегодня это масштабный праздник татарской культуры. Мы на пути формирования городской культуры татарской. Мы воспринимаем это своей миссией. Считаю, Сенной базар – это один из самых ярких и самых главных точек опоры. Зеленым глазам надо зеленым. Книги на татарском языке, утварь ручной работы, предметы домашнего декора, открытки, бижутерия. Здесь все с легким национальным колоритом. Национальный стиль в повседневной одежде уже становится настоящей тенденцией. Для настоящих модниц на Сенном базаре можно найти уникальную коллекцию одежды с татарским колоритом. Вот, например, на создание такой сумки уходит порядка одной недели. На базаре праздники для дизайнеров. Такого количества одежды с элементами татарского орнамента, расшитые бисером калфаки, яркие чиги, вряд ли где найдешь. Все изделия выполнены вручную. Действительно, есть достойные вещи, достойные дизайнеры, мастера нашего дела. Приобрести эксклюзивные вещи мог каждый. Как, впрочем, насладиться поэзией под ароматы национальной выпечки. Алина Бережная, Марат Зайдулин, ТНВ, Казань.